Рома, что снимаешь тут, да? А? Так что, как снимаешь, так и снимаю. Как бы нормально это? Можно здесь сливаться, да? А как бы сам-то не задумывался, что внизу-то там речка, личинка, и весной вот с этим, со снегом, это все пойдет в Смысленский пруд. А просто как бы вот сам-то не задумывался об этом? Задумывался? Так как? Что ты убираешь-то? Тебе-то как бы претензий-то как бы, ну вот, самое что-то не жестче. Конечно, тебе-то претензий никаких, начальству. Живем-то мы здесь, не начальство. Начальство-то уже жесткий, ему-то вообще посрать. По большому счету. А нам же жить здесь.